Здравствуйте! Опять готовим на костре сегодня. Сегодня в меню у нас будет жаркое из курицы. Казан установили. Масло нальем. И подождем, пока оно станет немножечко горячее. Курочку перемешали. Она у нас покрылась золотой корочкой. Добавляем лук. Пережариваем с луком. Лучок стал немножечко золотиться. Это вот когда уже надо будет добавить морковки. Теперь чеснок. Сразу болгарский перец. Чеснок, болгарский перец. Пожарим вместе минуты две. Вот так помешивая. Затем добавляем картошку. После картошки сразу 2 столовые ложки томатная паста. Затем сразу приправы. Соль. Черный перец. Зира. Паприка. Все приправы добавляю на глаз. Хорошенько затем все перемешиваем, чтобы все хорошенько смешалось. Паста томатная, картошка, овощи, приправы. Не знаю, уже сказала, нет, про приправы. Но все хорошенько перемешиваем. Вот так вот. Как вкусно пахнет. Вот так жарится моя картошечка с курицей. Минуты 2-3. А затем я налью немножечко воды. Накрою крышечкой. И это все минут 20 будет тушиться.